Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военное-дело.com. Путин назвал долю оснащения российского военного флота современным оружием. В ходе военного совещания президент России Владимир Путин сообщил, что в 2019 году ВМФ страны получит более 480 образцов оружия. Владимир Путин рассказал, что среди новых единиц вооружения флота будут 23 надводных корабля и суднообеспечения, 2 субмарины, 4 береговых ракетных комплекса, 3 единицы авиатехники и более 400 штук различных ракет и торпед. Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа «Борей» с баллистическими ракетами «Булава», цитирует президента РИА Новости. Также Владимир Путин отметил, что в настоящий момент идет строительство еще 4 субмарин этого типа. Говоря о высокоточных ракетах «Калибр», которые размещаются на бортах кораблей-носителей, Путин заявил, что в соответствии с госпрограммой вооружений до 2023 года количество этого оружия должно увеличиться вдвое. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военное-дело.com.